Приветствую вас на своем YouTube-канале Love Parfum, с вами Алексей, вы смотрите Parfum, мерный блог, и у нас сегодня на обзоре горячая новинка 2023-2024, можно смело считать 2024 года, потому что в парфюмерных магазинах этот аромат появился в 2024 году, ванила кекс от Тома Форда. Том Форд продолжает нас удивлять и радовать, в году, наверное, выпускает по 5, по 6, а то и по 7 ароматов каждый год. И в этом году уже и лак там вышел, и что-то еще вышло. В общем, очень много ароматов просто заваливает, и такие цены, что все ароматы, блин, сложно собрать в коллекцию. И вообще сложно снимать обзор, потому что, ну, как бы это не 3000 стоит, это 33 тысячи стоит. Ребят, сейчас поговорим, стоит ли он своих денег. Или же, нет, перед началом видео не забудьте подписаться на мой YouTube-канал. Если по каким-то причинам не подписаны, бейте в колокол, чтобы не пропускать новые видео. А также рекомендую вам подписаться на Telegram-канал, на Яндекс.Дзен. Дело в том, что YouTube замедляет, и там вы можете найти ролики и посмотреть без замедления. Ну и спонсор выпуска всегда является наш самый любимый сайт parfumerycosmetics.ru. Там сможете купить этот аромат и многие другие. Воспользоваться моей полной скидкой 10% по промокоду 10 лав. Ссылочку на сайт, ссылочку на аромат и, конечно же, промокод оставлю внизу под видео. Ну а мы погнали, друзья. Ну что сказать, я, конечно, ожидал этого аромата больше. Они вышли в паре с ванила, с этот, как он там, секс, ванила, фаталь, да? Такой еще темный флакон, шоколадный. Тот аромат немножко поярче, понасыщеннее, поинтереснее, да и постойче будет. Но как-то вот выбор пал на этот, потому что это я не слышал. Думаю, возьму. А ваниль фаталь, кстати, он переиздан, по-моему, 17-го года был выпущен. И сейчас просто он переиздан в 24-м году. Чуть-чуть там подрезали, поменяли. Но он все равно тоже интересный. Вот, в отличие от этого. Я еще с девчонками, с некоторыми общался, говорю, как вам там ваниль, вообще нравится, не нравится? Они говорят, так это что-то как-то сильно так просто, то есть что-то пахнет какой-то там каким-то дешевым ароматом из прошлого, вот какая-то там Орифлеймов или что-то такое. Я как бы думаю, да ладно, все-таки интересно посмотреть, но все-таки как бы Том Форд, он продает через секс, у него всегда вот эти вот секс, шмекс, все картинки, вот этот Фумен, да, там просто реклама такая, между ног лежит аромат Фумен, вот этот вот. Такая у них всегда была такая. Все через кекс подать, и снова кекс продаешь, продает. Ну, реально, напиши кекс и продай свой товар. Легко и просто. Вот, и поэтому многие ведутся, многие покупают, но я хочу сказать, этот аромат, ну, он, ну, никакой, честно, ребята, вот правда. Если это ваш любимый аромат, извините. Если вы мне не верите, покупайте, заказывайте сами, проверьте. Потому что, говорит, когда ты аромат там, ну, плохо о нем отзываешься, то надо его брать, надо два даже брать. Поэтому берите два, благо есть 30 мл, 50 у меня сейчас вот этот объем, 50. Красивый, кстати, флакончик, мне очень нравится, такая кофейно-молочный оттенок, прикольный вообще флакон, кекс зачеркнутый. Можно найти на флаконы, где кекс не зачеркнутый. А, кстати, еще, по-моему, большие есть флаконы, 250, что ли. Ну, по-моему, в России таких, наверное, нет. За границей точно есть. Поэтому возьмите. Концентрация парфюмерная вода. Сразу давайте про стойкость. Да, стойкость около 5 часов, 4-5. Сидит очень близко к коже, никакого особо шлейфа нету. И вот эта вот ваниль, она больше для меня почему-то мужская, нежели женская. А, хотя ароматы Tom Ford практически все унисекс. Но вот этот почему-то, мне кажется, он больше как для мужчин, что ли, подходит. Потому что ваниль такая здесь немножко горьковатая, какая-то жестковатая. Здесь нет какой-то такой вот прям пышности в этой ванили, как обычно какой-то ванильный аромат слушаешь, прям такой он сладкий, аж не можешь с ним ходить, то здесь нет такой ванили. Он еще такой немножко лактонный какой-то аромат, какие-то слегка, да, такие молочные, наверное, присутствуют. Оттенки, древесная такая составляющая очень хорошая. На старте показался слегка, напомнил мне чем-то их самый популярный знаменитый аромат Lost Cherry. Ну, потому что здесь тоже присутствует миндаль, здесь самая первая нота – это миндаль, с него все начинается. Такой прям горький, очень сложный миндаль. И вот карандаши строгаешь, когда деревянные такие, в детстве строгал, и вот этот запах точеного карандаша. Вот здесь прямо это конкретно вот пахнет точеным карандашом, вот этим вот миндалем, слегка вот этой вот вишенкой, да, Том Форда. И потом пошла вот эта вот такая какая-то молочно-ванильная история. Причем тут три вида ванили. Одна там индийская, какая-то еще там ваниль. И еще, то есть в базе, в середине. Здесь вы видите одну и слышите одну ваниль. Все это разбавляет бобы танка и сандал. Ну, то есть бобы танка однозначно есть, сандал однозначно есть, миндаль однозначно есть. Такая вот миндально-ванильная сандаловая история. Но скучновато, ребят, честно, вот. Ну, скучно, ну, недорого, не богато. Единственное, что мне в нем нравится, вот он немножко посидит на коже.
и начинает пахнуть очень так остро и очень прям как-то табачно, хотя табака здесь никакого не заявлено, а вот прям напомнило мне как даже аромат табака ваниль, прям такой очень острый, прям такой очень мощный, крепкий. И поэтому для меня как-то вот этот аромат, не знаю, все-таки в сторону какую-то мужскую, потому что вот это грубый миндаль с карандашами этими точеными деревянными, это потом вот этот какой-то табак, очень такой мужественный, сильный. Но это потом, потому что поначалу, когда вы нанесете, ну прям такая какая-то, не знаю, знаете, какой-то ванильный крем для рук, не знаю, какая-то такая ванилька. Помимо вот этого, да, миндаля, который прям на старт очень сильный. Ну, что-то такое, ну, банальное, простое, ну, ты, не знаю, какая-то ванильная эссенция, не знаю, для лица, для тела, просто какая-то такая вот пшикалка. Такой аромат, как бы, ну, он, ну, просто везде присутствует, вот, в быту, там, не знаю, в каких-нибудь кофейнях, там, не знаю, какой-нибудь ванильный раф, если вы будете покупать. Ну, как бы это как-то просто банально, действительно, как-то, ну, пахнет вот недорого, не чувствуется, что это должно пахнуть. В общем, на свою цену это не пахнет. То есть 30, там, 50к отдавать за это, ну, это реально. Лучше взять его, вот вслепую ни в коем случае не брать, лучше взять на пробу от Levantic, либо там пробничек купить, и потом уже смотреть. Понравится, будете носить, потому что, я говорю, стойкости особо нету, шлейфа особо нету, сидит близко коже, и, ну, местами нравится, местами нет. Вот именно табачная составляющая такая острая, мощная, она мне нравится. Более здесь как бы нет. Но опять-таки, кто любит Том Форд, я думаю, коллекционеры Том Форд обязательно его купят, фанаты Том Форда обязательно его купят. Ну, как не купить секс, да, такой вот, не знаю. Но для меня здесь вообще никакого секса нет. Если Lost Cherry для меня хотя бы немножко как-то, я чувствую там секс, какая-то сексуальность, там Electric Cherry еще круче, еще лучше. Тот же табак ваниль, там мой любимый. Я люблю Том Форда, мне нравятся его ароматы, они классные. Но в последнее время что-то происходит в марке не то. То есть вот много чего из последних релизов меня не вдохновило и не понравилось. То есть Том Форд опустился слегка. Ну, знаете, там и так все хорошо у них, все дела, хорошо очень все продается. Че бы не выпустили, все. О, это же Том Форд, не может плохое сделать. Это же Том Форд, это же величие, это же мы же, у меня столько ароматов Том Форда, и Вудвуд, и табак ваниль, и что там, и Lost Cherry, и все на свете, и экстра. Рэм, и Фэм, и все, и Черная Орхидея, такие хиты громкие, мощные, они просто качают, они просто продаются на ура, по сей день страсти вокруг Том Форда не утихают, через эту сексуальность, через это все, там, Питер Пич, все вот это вот, все эти крутые, классные ароматы, и вот ванила секс тут такая, бабах, и я здесь затесалась. Ну, не знаю, честно, не в восторге, больше такая все-таки мужская ваниль, опять, если мужчины ищут аромат с ванилью, попробуйте ванила кекс. Хотя я почему-то вижу, что больше, наверное, этим ароматом, про этот аромат отзываются женщины. Либо хорошо, либо плохо. Ну, потому что такое, в принципе, и название, и ваниль, типа, такой больше женский компонент. Но, не знаю, для меня это чисто мужской аромат, друзья. Вот, не знаю. Вот. Но не понравился, честно. Вообще, как-то не зацепил, никакого секса, ничего интересного. Здесь нет. Скучно, банально, просто как-то так. Не более того. Поэтому вам нож, ваш нос вам судья, покупать вам его или нет, смотрите сами. В общем, напомню, что спонсором показа является наш с вами любимый парфюмерный магазин интернет rendezvous.ru. Пойдемте посмотрим, как можно этот аромат заказать прямо там и воспользоваться скидкой 10%. Друзья, аромат, про который только что шла речь в обзоре, вы всегда можете заказать на нашем самом любимом сайте parfumery.net rendezvous.ru. Конечно же, не обязательно заказать именно аромат, вы можете абсолютно любой другой заказать. Я покажу вам на примере этого аромата, как можно воспользоваться скидкой 10% по промокоду 10LOVE. Жмем «Добавить в корзину» 50 мл, оформить заказ. Внизу справа ищем «Использовать промокод». Большим латинским вписываем 10 лав. Применяем промокод. И получаем сделать вам скидку 10%. Наша сумма заказа должна быть свыше 2500 рублей. Иначе промокод не сработает. Ссылочку на сайт, ссылочку на аромат и, конечно же, промокод «Слав» оставлю внизу под видео. В общем, друзья, с вас комменты строчите, строчите, строчите. Что там вам? Как вам ванили секс? Знакомый, незнакомый? Как вам ванила этот фаталь, да? Другой аромат черный, знакомый, незнакомый? Тоже с ним напишите в комментариях. А что касательно времени года, кстати, да, я не сказал, это зима, вечер, вот он какой-то такой, знаете, на прохладное лето, прохладную осень, прохладную весну. Короче, вижу прохладу, какую-то такую погоду, да, ну и опять, если брать какую-то одежду, это все-таки, наверное, весна, и что-то такое, вот какие-то такие вот вещи, вот прям в такой цветовой гамме. Водолазочка какая-нибудь такая кофейно-молочная, пальтишко. Сапожки, то есть и этот аромат. Но вот это вот пальтишко оденешь, и никакой сексуальности-то и нету. Если только одеть какой-нибудь сюда
женщин-белишка под этот цвет, может быть, и будет сексуальность. В общем, жду от вас комменты, как вам аромат, нравится, не нравится, планируете покупать, и что вообще думаете. Ну, что-то в последнее время прям Tom Ford скатился куда-то. Куда-то не туда. Не в ту степь. В общем, с вас жирный лайк. Подписка на мой канал, если по каким-то причинам не подписана, подписка на остальные соцсети, ссылочки внизу найдете. Делитесь этим видео с друзьями, помните, что ароматы путешествия времени. До новых встреч на канале, пока-пока. Vanilla sex is the epitome of sensual pleasure. Anything but ordinary and far from innocent.